Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это проект Joomla Sensei, 19 урок. И в этом уроке мы с вами научимся делать пункт меню, контакты. Что за контакты такие? Тут, конечно, уже понятно. Например, вы делаете сайт, и вы хотите, чтобы по каким-то вопросам с вами могли связаться ваши пользователи или потенциальные клиенты, да? Поэтому нам нужно создать такой пункт меню, где вы укажете там email, форму для отправки сообщения, может быть, фотографию свою и так далее. Для этого мы переходим в компоненты. И здесь вторая позиция – контакты. И, как обычно, мы сначала всегда создаем категорию. Наводим на контакты, всплывает еще одно подменю, и мы выбираем категории. Мы с вами видим, как обычно, по умолчанию созданная нет категории. Давайте ее и переименуем. Удалим заголовок. И напишем контакты. Удалим альяс, чтобы прописался нормальный альяс. И сохранить и закрыть. Все, у нас есть с вами категория. Теперь мы кликаем вот здесь вот контакты. И нажимаем на кнопку создать. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Например, выбрать изображение для данного контакта. Давайте выберем какую-нибудь свою фотографию. Выбираем с компьютера. Я выбираю свою. Открыть, загрузить. Кликаем по картинке и вставить. Дальше, конечно, поля заполнять все не нужно. Обязательно нужно запомнить email, чтобы на ваш электронный ящик приходили письма, если человек оставит какое-то сообщение в форме. Ну и прописывайте те поля, которые вам нужны, чтобы человек мог видеть. Адрес, город или пригород, область, почтовый индекс, страна. Телефон, мобильный, факс, сайт. Давайте я просто наобум что-нибудь напишу тут. Только надо было в мобильный сайт. Так, заполнили. Дальше здесь справа состояние опубликовано. Категория у нас контакты уже здесь стоит. Дополнительная информация, если какая-то здесь можете прописать. Присутствует редактор. Параметры публикации. Здесь ничего не делаем. Настройки отображения. Здесь пока оставим все как есть. Настройки отображения контактов переходим. Показать форму обратной связи. Показать. Отправлять копию отправителю письма. То есть человек отправил вам через форму обратной связи вам письмо, и на его электронный ящик, который он укажет, автоматически уйдет копия. Надо вам это или нет. Выбирайте сами. Дальше можно прописать блокируемые имейлы. Например, вам какой-нибудь маньяк уже замучил вас писать. Блокируемая тема, блокируемый текст. И внизу вот самая полезная функция. Укажите URL, на который перенаправлять человека после отправки формы. И забыл указать имя. Можно написать контакт. Нажимаем сохранить и закрыть. Итак, контакт у нас создан. Теперь его надо вывести на наш сайт. Переходим в меню. My menu. Создать. Выбрать. И самое первое. Категория контакты. И здесь есть выбор. Мы с вами просто создадим обычный контакт. Заголовок. Пишем. Контакт. Выбрать контакт. Кликаем выбрать. И выбираем наш созданный контакт. Далее нажимаем сохранить и закрыть. Обновляем страницу и видим, что у нас появился пункт меню контакт. Кликаем сюда. Я сюда загрузил слишком большую картинку. Сейчас попробуем сделать поменьше. И у нас есть вот такие вкладки. Контакт, информация, которую я заполнил, телефон, адрес сайта. Если вы какую-то еще информацию заполните, она здесь будет отображаться. И форма обратной связи у нас. Вот человек может отправить и придет к вам на e-mail. Давайте я подберу фотографию меньшего размера. Итак, я подобрал фотографию поменьше. Смотрится теперь гораздо симпатичней. Слева у нас будет отображаться информация, которую мы ввели. Справа ваша фотография, например. И здесь есть возможность в контактах изменить вот эти вот вкладки, чтобы они выглядели по-другому. Давайте посмотрим, какие есть еще варианты. Переходим на вкладку «Настройки отображения». И вот здесь есть третья вкладка «Формат отображения». Кликаем по списку. И давайте посмотрим все варианты. Сворачивающиеся списки. Сохраняем.
Это, кстати, вот как раз то, что и было. Давайте посмотрим вкладки. Вот, уже посимпатичнее. Видите, контакт. Следующая вкладка уже форма для связи с вами. В общем, делайте, как вам больше нравится. Здесь еще есть обычная, но она не очень симпатичная. Отображается, видите, как контакт, и идет сразу обратная связь. Форма смотрится грязно. Я бы предпочел вкладки. Вот так вот легко создается на сайте Joomla страница с контактом. На этом я заканчиваю данный видеоурок и жду вас в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном – это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email-адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.